Добрый день, друзья. Мы находимся в Калуге, в сквере Волкова, рядом совсем еще недавно работающей площадкой спортивной, небольшой спортивной площадкой, которую люди сделали собственными силами. За неимением лучшего было, конечно, может быть, не самый красивый образец спортивного творчества. Тем не менее, люди занимались и делали это регулярно. И вот буквально на днях активисты городской управы, мне трудно подобрать слова мягкие, чтобы это описать, взяли ее, снесли. Ну, видимо, руководствовались какими-то одним им известными причинами. Тем не менее, мы получили вот на фоне пока еще неблагоустроенного сквера вместо функционирующей площадки разруху. Но не зря говорят, вот, хуже дурака, если дурак с инициативой. Мне кажется, надо эту ситуацию немедленно исправить и, конечно, таких вещей впредь не допускать. Если хотите что-то сделать хорошее, спросите людей и сделайте это вместе с ними. Но ни в коем случае не надо рушить то, что сделали другие люди. Поэтому я уверен, что городские власти сейчас услышат мнение людей и быстро, в кратчайшие сроки, исправят эту неприглядную ситуацию.